Так, ну что, прана, прана Нандана Ресорт. Сниму основную часть. Там находится у нас пляж. Потом покажу еще. Ну вот основная часть, это значит, где сам ресепшн, ресторан, бассейн основной и номера. Вечером тут, конечно, все подсвечивается интересно. Сейчас вот установили уже на ресепшене елку. Вот они тут стоят. Принимают гостей. Вот елка уже новогодняя. В общем, там у нас ресторан находится. Справа. Вот люди еще сидят, кушают некоторые. Вот тут расположен бассейн между номерами. Расположен бассейн. У кого-то есть выход. Вот как у того, допустим, дяденька. Выход сразу из номера в бассейн. Оформлен хорошо. Отель так достаточно-таки озелененный. Много растений, ухоженный. Есть даже тут бар, который работает 2 часа, что ли, он в день. Днем, в общем, тут что-то разливают. В общем, да, можно заходить прямо сюда. Сразу же тут барная стойка, так при бассейне, можно сказать, да, выпивать. Покупаешь один напиток, один бесплатно. То же самое правило и на другом бассейне, на пляжном. Вот. Ну, пойдем дальше, посмотрим, что там есть. Так, здесь можно обойти, посмотрим. Можно. Так, вот, значит, идем в номер. Вот мой номер. Ну, нам тоже удобно дали. Тут сразу же можно, так сказать, вот из номера. Пожалуйста, выходишь. Тут есть фитнес. Спортзал. Я, правда, не ходил, потому что болел. Только выздоровел, какую-то инфекцию словил китайскую. А так вот здесь есть спортзал даже с беговыми дорожками. Кстати, у них зеленого цвета. Огнетушители зеленого цвета в Таиланде, да? Ну а так, да, вот тут удобно, сразу можно выйти прям и в бассейн окунуться из номера. Ну что, зайдем в номер. Сейчас еще покажу номер. Открывается по карте. В общем, туалет. Душевая. Тут как бы сразу комната на кухню делится. Такая как бы область кухни, да. Рядом туалет. Тут все холодильники, короче, приборы, приблуды. Чайник. Тут стоит чайник. В общем, фен. Все как положено. Зеркало. Такое зеркало есть. И выход сразу на балкон. Тут третья кровать. Это если размещаться втроем, да? Ребенка можно размещать. Вот и выход на балкон. Сразу тут можно посидеть, покурить чего-нибудь.
или кого-нибудь. Вот, ну и выход, собственно говоря, туда тоже идет, с балкона. Можно выйти сразу же на улицу. Сюда вот подъем у нас тут имеется, спиральная лестница на второй этаж, даже на третий, да, наверное. Да, такая извилистая, крутая лестница. В общем, поднимает нас на террасу. Ну, здесь уже сразу виден вид на море, на Пханган. Вот через дорогу вторая часть отеля получается, да? Там пляж, ресторан собственный с бассейном, с Infinity бассейн. Вид на море, прямо на Пханган, на остров. Тут садятся самолеты, видно, как самолетики садятся. Вот прям аэропорт рядом. Взлетают самолеты, ходят катера, паромы ходят. Так что вид хороший. Так, ну как вот происходит завтраки, значит, Прананандана. Вот за бассейном тут, где ресепшн, ресторан сразу. Половина на улице, половина ресторана внутри, так скажем. Тут сразу снаружи предлагают яйца, вареные, жареные, омлет. Также кофе можно сразу заказать. Любой на выбор, капучино, латте, американо, эспрессо. Тут сразу сладости дают. Шоколад, сахар, паста, чем помазать, тут пироженцы. В принципе, и сладкого нормально, выбор есть у них. Мед. Мед. Два вида меда тут. Хлеб. Жареные. Бекон. Единственное, что маловато все-таки, это хлеб. Маловато, точнее, вообще, в принципе, мало, это мясо. Мяса вообще нету почему-то. Не знаю, почему. Вот даже сейчас пройти, посмотреть. Ну, есть сосиски, да? Есть вот пареная такая штука какая-то тайская. Она сладковатая. Она постоянно под паром находится. Вот, а мяса как такового нету. Вот есть обжаренное, бывает там что-то такое похожее. Вчера была курица острая, но сегодня нету. Вот грибы есть, пожалуйста, помидоры всякие. Фрукты тоже. Ну, кстати, манго не бывает почему-то. Ананасов я тоже как-то особо не вижу тут. Бананы есть, папайя. Драгонфрут, арбуз, соки разные. Ну, в общем, наесться можно, но завтраки однообразные, если честно говорить. Они не меняются. В течение вот уже шестой день пошел. Они практически не меняются. Ну, вот тут ингредиенты для салатов. Можно сделать самому себе салат. Сыры всякие тут, что у нас, помидорчики. В общем, фрукты разного типа. Так что как-то так. Вот я присел за столик с товарищем. Сейчас будем кушать. Так, ну что. Идем на пляж. Вот напротив самого отеля находится собственный пляж. Тут ресторан и бассейн. Вот вечером мы здесь кушаем и ужинаем. Ценник не дешевый, в принципе, но
коконут суп 150 бат, в принципе, нормально еще. Что-то, в принципе, относительно недорого. Ну, при отеле всегда дороже. Здесь вот можно полежать удобно. Ну, вот, собственно, сам бассейн. Сразу зайдем, проверим. Ладно. Вот вид на Пханган. Пханган напротив. Ну что, ночная Прана Нандана. Ресорт. Уже к 9 вечера уже никого нету обычно. Ну, 10 уже точно. Так что народу... Народ как-то спать уходит рано. Ну вот, собственно, ночная Прана Нандана. Так вот подсвечивается. Сейчас покажу, как все светится. Good night. Персонал уже тоже закругляется. Здесь вот беседка, у них тоже можно посидеть. Они, кстати, плавают. Форель, что ли, плавает или что-то такое? Это ресепшн. Good night. Елочка тут некрасиво стоит. Так, надо завтра с утра будет искупаться в этом бассейне, успеть еще. Так, в общем, до 8 работает бассейн, и тот, и этот. 8 часов уже все закрывается, никто не плавает. Так, ну что, надо размещаться. Можно.